К другим новостям. Накануне карагандинские врачи совместно с российскими коллегами провели уникальный мастер-класс по лапароскопической операции. Сам процесс проходил с использованием новейших 3D-технологий. За процессом посредством онлайн-трансляции из конференц-зала смогли наблюдать десятки карагандинских и российских специалистов. Об инновациях в сфере казахстанской медицины расскажет Нурила Туржан. Так, секундочку, сюда. Так, пойдем отпросить. Ну, в России точно, я могу сказать, нет пока клиник, которые бы... Лапароскопия – это современный метод хирургии, в котором операции на внутренних органах проводят через небольшие отверстия, в то время как при традиционной хирургии требуются большие разрезы. Лапароскопия обычно проводится на органах внутри брюшной или тазовой полости. Как отмечает доцент кафедры онкологии Карагандинского государственного медицинского университета Аида Шакирова, преимущество лапароскопических операций в том, что они малотравматичны, быстрый процесс реабилитации и отсутствие видимых кожных рубцов. Лапароскопическая операция заключается в том, что идет доступ через определенные только 3 отверстия, то есть не делается большой разрез хирургический, а просто для введения инструментов хирургических делаются минимальные отверстия, чтобы был доступ в брюшную полость. На мастер-классе проводилась операция рака шейки матки. По словам врачей, на ранних стадиях эта болезнь излечима. Как отмечают специалисты, в карагандинских клиниках операции по злокачественным опухолям с использованием лапароскопического метода еще не проводились. В ходе этого мастер-класса у нас наши доктора, которые собрались со всего региона Казахстана, имеют возможность практиковать свои практические навыки на тренажере, представленные компанией «Карл Шторц». Это очень... удобный тренажер, конечно же, чтобы оперировать в брюшной полости таким способом, это нужна многолетняя тренировка. Организаторы отмечают, что подобные мастер-классы весьма полезны для практикующихся гинекологов и оперирующих врачей. Так, использование лапароскопического метода улучшит качество проводимых операций и ускорит выздоровление пациентов.